Волонтеры Мота Вандроуник Алессандра Поци наведывая Гомельскую область. Итальянский волонтер ведомы тем, что здесьняя долготерминовое подорожье на мотороллеры Веспа по краинах Европы, подчас яких збирая ахвирование. Черговый пробег финишовал у Гомеле. Гроши поступают у ассоциацию допомога детям Парма. Организация оказывает поддержку у темлику и детячим медицинским и социальным установам Гомельской области. Это уже третья моя поездка за Италию, Гомельскую область. На протягу подорожья я наведываю шмат краин, сустракаю шмат цікавых людей. Я збираю спонсорские ахвярования и вельми рады, что могу допомогши детям с Гомельской области. На протягу трех дней делегации Ассоциации допомога детям Парма наведывает дитячие социальные и медицинские установы в Гомельском, Кармянском и Речицком районах.